радостным весенним праздником труда и мира прошел Первомай по улицам и площадям нашей Родины. Советский народ, все прогрессивное человечество в преддверии славного юбилея 60-летия Великого Октября торжественно отметили День международной солидарности трудящихся в борьбе за мир, демократию, социализм. Главная площадь страны. Москвичи и гости столицы сердечно, горячо приветствовали руководителей Коммунистической партии Советского государства. В ярких праздничных колоннах передовики производства, ударники 10-й пятилетки. Нынешний Первомай советские люди встретили в обстановке небывалого политического и трудового подъема. Наши сегодняшние свершения – прямое продолжение дела героических бойцов Октября, воплощение идей великого Ленина. В авангарде всесоюзного социалистического соревнования – москвичи. 300 тысяч рабочих московских предприятий обязались выполнить задание 2 лет нынешней пятилетки досрочно, 7 ноября. Первомай стал яркой демонстрацией нерушимой дружбы народов СССР, тесной сплоченности советских людей вокруг коммунистической партии, их непреклонной решимости претворить в жизнь решение 25-го съезда КПСС. Нурекская ГЭС. Здесь в канун 1 мая досрочно начат монтаж 5-го гидроагрегата. Эта работа поручена бригаде лауреата Государственной премии СССР Анатолия Шильникова, одного из инициаторов соревнования «Снежников» «Рабочая эстафета». В юбилейном году строители ГЭС обязались сдать под промышленную нагрузку очередные 2 гидроагрегата станции значительно раньше намеченного срока. Досрочному вводу новых установок способствует рабочая эстафета, соревнования заводов-поставщиков Нурекской ГЭС, ее транспортников и монтажников, своеобразная эстафета труда, которой начатое дело передается из рук в руки. У тружеников всесоюзной ударной комсомольской стройки общая цель – как можно быстрее воздвигнуть 300-метровую плотину, дать воду плодородным землям среднеазиатских республик. На Северском трубном заводе, одном из крупнейших металлургических предприятий Среднего Урала, недавно был принят в эксплуатацию новый трубопрокатный стан. Продукция цеха-гиганта – трубы для нефтяной и газовой промышленности страны. Огромное по своим масштабам сложнейшее производство полностью автоматизировано. Новый трубопрокатный стан набирает силу. Коллектив Северского трубного завода готовится достойно встретить юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. К 7 ноября будет реализована сверхплановой продукции на 1 700 000 рублей. Вступила в строй вторая очередь Криворожской шерстопредельной фабрики. Это предприятие одно из крупнейших в стране. Его производительность около 6 500 тонн тонкой пряжи в год. Отлично работают предельщицы бригады коммуниста Александра Белова. Девушки перевыполняют сменное задание на 18-20%.
Сейчас на всех участках предприятия развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу 60-летия Великого Октября. Для хлопкоробов Таджикистана наступила ответственная пора – сев. Недаром говорят в народе – весна год кормит. Колхоз имени Ленина, колхоза Батского района. 120 гектаров предстоит засеять тонковолокнистым хлопчатником бригаде героя социалистического труда Абдуфа Изы Дустова. Коллектив бригады решил собрать с каждого гектара по 45 центнеров хлопка сырца. Хлопкоробы республики в нынешнем юбилейном году решили дать родине 850 тысяч тонн хлопка сырца. У метеорологов полярной станции «Югорский шар» обычная будничная работа. Но она очень нужна навигаторам Северного морского пути, летчикам полярной авиации, всем тем, кто живет и работает на Крайнем Севере. Ежедневно сотрудники станции передают данные своих наблюдений и показания приборов в поселок Амдерму. Здесь, в управлении гидрометеослужбы, обрабатывается и обобщается вся информация. На основании этих сведений синоптики составят карты, по которым будет предсказана погода. Так советские люди, работающие в бескрайних снежных просторах Севера, своим трудом помогают решать народно-хозяйственные задачи. Жемчужиной Кавказа называют Домбай, центр горнолыжного спорта, альпинизма и туризма. Год от года растет его популярность. Десятки тысяч советских людей, гости из многих зарубежных стран приезжают сюда. Услугам отдыхающих, комфортабельные гостиницы, туристские базы, канатные дороги, великолепные горнолыжные трассы. В нынешнем году в Домбае отдохнет около миллиона человек.